Ребята, всем привет! С вами канал Движение Жизнь. Сегодня суббота, завтра воскресенье и будет проходить Альпиниада. Я отправляюсь заранее, сразу же с ночевкой. Базовый лагерь, который расположен на высоте 3400 метров. И оттуда с утра уже будет восхождение. Сейчас нахожусь на Чимбулаке. Рюкзачок в этот раз поменьше уже постарался взять. А то тащить в прошлый раз столько всего пришлось, просто нереально. Взял все необходимое. То есть страховку, каску, спальник, каремат, палатку, внутри теплые вещи и еда. Сразу же одел на себя ботинки трекинговые, штаны, чтобы не нести лишний вес. И отправляемся в путь. Дороги тут еще пушистики лежат, отдыхают в теньке. Сейчас, пока буду Альбега ждать, тоже лягу, с ними полежу. Вот. Тут мимо турист какой-то проходит. Ходят тут всякие. Ходят всякие. Сейчас мы проходим альп-лагерь, он находится с правой стороны. Там, уверен, люди будут ночевать, которые также с утра подъем начнут, пик молодежный. А вдали виднеется ущелье. Прошлое видео, кто не смотрел, можете посмотреть именно отсюда, точнее поза прошлого видео, с ледяного грота. Запись вел. Там вот такая пещера образовалась ледяная, классная, которая уже 2 года держится. А мы только мечтаем об этом. Доброго вечера. Привет. Ему все равно, он уже устал тоже. Доброго вечера. Вот так вот с любимыми прогуливаться в горах. Вообще обалденно. Спорт, природа и хорошая пара. Нас все обгоняют. Вот 2 девушки нас обогнали. Девушки справа, 2 рюкзака вообще. Ребята, вон Манжелки уже виднеются. Мы почти по пути прошли только. И вон верхушка пика молодежного. Скоро там окажемся. Вообще, мы не тем альпинизмом занимаемся. Вот сейчас такси альпинизм очень хорошо процветает у нас в горах. Вы видите, за спиной машина едет. И вон еще 2. Только что приехали. Такси машины. Такси машины, да. В общем, узнал цену, сколько стоит такси от Медео до Манжелков. 10 тысяч. И обратно 10 тысяч тенге. То есть, в общем, туда и обратно 20-ка. Вот так вот. Привет, вы что, здесь ночевать остались? Привет. С ребятами поднимались по канатной дороге. Вот они нас ждут. Ходите, люди, в горы. Этой табличке уже сколько лет, не представляю. Ну, года 3-4. Давай. Или хочешь за ним? Давай. Нормально. Все, кадр удался. Вырежи это. Нет. Дойдя до Манжелков, мы прошли по пути.
Не понимая, что нас несет в горы, вот скажите, вас что в горы влечет и несет? Я новичок сегодня, у меня первый раз. А, вы первый раз и на альпиниаду сразу с ночевкой? Да. Всем привет, ты меня видел. Так, а вы? Да. Вот, вот как раз на все вопросы ваши, вот она ответит. Я вас слушаю. Вот так дала интервью. Горы, это же здесь какая-то... особая атмосфера. Которая влечет в себе постоянно. Она в прошлом альпиниаде участвовали? Нет, у меня вот девочки идут, они участвовали. А вы не знали, что вы идете на пик? Нет, какой-то ты один, да, у нас там что-то? Лагерь, ты один. Ты один, да? Я не знаю. Человека не предупредили, куда он идет, просто сказали, сходите в горы. Там, да, там красивые, классные кадры можно сделать. Нет, это доверие называется. После этого похода доверие будет потеряно. Вот мне люди не верят, когда я говорю, чуть-чуть осталось. Как думаете, если я буду голосовать, меня подберут? Кто-нибудь, да. Заберите нас. Нет, там все забито. Нас не подберут. Буквально дальше от мужиков. Ребята расположили лагерь уже здесь. Те, кто не хотят подниматься вот по этому склону всему, обходить. Они просто пораньше встанут и начнут подъем. Какая вода холодная. Ледяная, обалденная. Самый сложный подъем это здесь. Подъем до Т1, последний бросок такой. Какой последний? Начало второй половины. Ну да, начало второй половины, но он такой последний. Последний в нашей жизни. Мы вообще не пойдем. Мы добрались до базового лагеря. Пришли сюда где-то 9:30. Тут дружненько уже нас встретили. Все знакомые люди, всех уже видели, что классно, уже вместе со всеми в поход ходили и в интернете списываемся. Помогли собрать палатку. Кстати, здесь самая главная участница, которая в прошлой альпиниаде участвовала, это Белла. Она уже, правда, спит без задних лап, как говорится, до сюда дошла. Ребята кушают тут. Марину видно. А вон Баха тоже. Так, всех видать. Находимся на высоте 3400 метров. Кстати, сейчас посмотрю, сколько сделал шагов. Телефон все это время записывал. Сейчас посмотрим, и какое расстояние прошли. Вот и пройдено 9207 шагов. 5 часов 20 минут. Старт был 16:48. И сейчас 22:10 я отключаю. Остается покушать. И ложится спать. Он изо рта пар уже идет. Я еще переодеться. Всем доброй ночи. Утром увидимся на рассвете. Сейчас 4 утра. Небо звездное, хоть я не выглядывал. Скоро уже буду вылазить. Начинается путешествие. Как перезимовать летом? В городе плюс 45 в тени, мы тут стоим мерзнем в куртках. Moments out, the embers have gone dry. I don't need your love to carry
Вот и добрались мы до верхушки пика Молодежный. Высота 4147 метров. На верхушке сразу же и получили сертификаты. Спасибо организации за классное мероприятие Федерации альпинизма Алматы. Как всегда, радуют нас такими мероприятиями классными. Мы тоже тебя радуем, не только мероприятия. Что бы это без нас, Серега, делать? Как всегда, Бэва покоряет новые вершины в своем розовом таком костюмчике. Посмотрите, какой здесь вид. Вдалеке виднеется город. Очень много расщелин на снегу. Сейчас там полетаю на дроне. И посмотрим общую красоту сверху. Поднимемся чуть-чуть выше гор. Ощущениями. Как вам? Ощущениями. Я больше туда не вернусь никогда. То есть на пик Молодежный не вернетесь никогда? Нет. А участвовать в альпиниаде еще будете? Наверное. Да я каждый раз так говорю. Я каждый раз, когда спускаюсь, говорю, что я больше никуда не пойду. Через несколько дней иду обратно. Я вас понимаю. Вы впервые участвуете? Да, впервые. Мне очень понравилось. И ночевка впервые была здесь? Да, Грах. Здесь, да. Да? Еще будете участвовать? Да. Обязательно. Спасибо большое. Нет, первый раз. Первый раз? Да. И сразу с ночевкой? Или вы с утра поднимались? Я в 7 вышел, очень быстро шел. Классно, почти поднялись. В следующий раз точно подниметесь. Да. Ну вот сын впервые, я уже 2 раза. И как, нравится? Очень нравится. Поднялись на пик? Нет. Чуть-чуть не поднялись. Не дошли 4 веревки. 4 веревки тоже закрыли, да? Всегда будете участвовать? Да, конечно, всегда будем, да? Вот только сегодня отдохнем, потому что мы еле шли. Мы сегодня с утра шли и говорят, что это нереально просто с города, ну, добраться до пика. То есть нужно с ночевкой обязательно. Второй раз? Да. Нравится? Очень супер. А отдельное спасибо организаторам. И альпиниад, и прошлое, и это. Молодцы ребята. Чувствительно. Это вторая альпиниада, и мы представили, что просто с города нереально. Сразу за один день это сделать. Спасибо большое. Пожалуйста. Мы паровозиком за вами. Да. Так, можно у вас внутри взять небольшое. Панорама. Третий пик в Сванцах. Человек поднимается. Сейчас покажу. Значит, панорама. И Букреевка, и сегодня, естественно, наш любимый молодежка. Обалдеть. И вы всегда так бегом передвигаетесь? Ну, стараюсь как бы. Классно. Альпиниады. Нравится? Сами участие на них? Ну вот, 2-го был, сегодня был. Супер. Лагерь уже опустел. На этом мы поход наш завершаем, альпиниаду. Организаторам большое спасибо, всем участникам. Все молодцы. Кто дошел, не дошел. Все, кто поднялись с горой. Было супер, все классно. Все, спускаемся в город. Возвращаемся обратно. И уделите 1 минутку. Видео, которое сейчас появится. Ребята, прошу уделить еще 1 минуту внимания. Хоть и спиртное не употребляю,
но обожаю видеоконкурсы, в котором, кстати, сейчас и участвую. Прошу вас пройти по ссылке, что находится в комментариях или в описании видео, зайти, поставить лайк. Для меня это очень-очень важно. Большое вам огромное спасибо за это.